Всем привет! В этом видео я поговорю о, проблем, о проблемах умных и талантливых людей. Я думаю, что данная тема будет близка многим. Мы не будем говорить конкретно о одаренных детях, которые потом далее в жизни почему-то потерпели неудачи. Хотя это все тесно связано. Тут дело касается любых умных и талантливых людей потому что у всех таких людей могут быть определенные проблемы. И сейчас я опишу, какие. <coughs> Если ты достаточно умный, талантливый и успешный с самого детства, то ты привыкаешь всегда добиваться успеха минимальными усилиями. То есть зачем тебе стараться? Ты всегда отвечаешь просто сходу, всегда на отлично, и никогда долго не думаешь. Тебе сразу все вот сходу понятно. Вот любая тема тебе понятна, потому что ну, ты просто вот как-то быстро соображаешь. И эта проблема особенно касается одаренных детей, которые еще быстрее соображают и еще лучше во всем этом разбираются. Вообще у них это просто происходит без каких-то внутренних усилий. То есть, понимаете, им не нужно стараться. И дальше из-за этого возникает очень много проблем у них. Потому что в один момент их внутренних ресурсов уже недостаточно, чтобы добиваться всего без усилий или, при, или прикладывая минимальные усилия. То есть появляются более сложные задания, на которые нужно потратить больше времени, а у этих детей они не умеют просто стараться, они не умеют вообще работать. То есть они никогда не учились. Понимаете, они вот, может, за 11 лет своей учебы ни разу не старались. То есть у них всегда они, они могли быть отличниками просто потому, что они все схватывают на лету. Но наступает какой-то старший класс или уже поступление в ВУЗ, и, и в один момент их уровень знаний выравнивается со средним уровнем знаний. И они больше не могут уже сходу решать все задачи, которые раньше просто на лету щелкались, которые минимальными усилиями всегда решались. Они просто не, они не, они, они не знают вообще, что такое работа. И в один момент они проваливаются, они могут завалить экзамены, они могут не поступить в ВУЗ или могут быть отчислены, могут не найти работу и чувствовать себя просто как э, ужасно, ужасно. Понимаете, они не будут понимать, что с ними не так. На них всегда возлагали большие надежды, ожидания, их там всегда все называли умными, там, что им все вообще, с их мозгом бы просто вот все, науку двигать, мир, все, что хочешь. Но в один момент они теряют веру в себя, и они больше не стараются, и они начинают деградировать. Хотя, казалось бы, у них был такой потенциал, но этот потенциал стал их бременем. Понимаете, этот потенциал просто их погубил. Они не сумели обрести другие навыки, которые нужны для учебы, работы и для всего остального в жизни. Понимаете, они э, застряли в этом моменте, в котором. В котором им было всегда просто. И они просто. И, и, они, и у них нет внутреннего желания стараться, у них нет мотивации что-то делать, потому что они, у них как внутри есть такая установка, что вот я все сделаю на минимальном уровне и все равно получу максимальный результат. Зачем мне стараться на час больше, если я могу приложить усилия на час и получить результат отличный? А кто-то там прилагает 5 часов усилий. Зачем мне 5 часов, я могу за час это сделать? Бац! В один момент этого недостаточно. Уже нужно не час приложить усилий там, а три. Им три часа, четыре часа может быть. А они, они не могут. Они этому не научились. И у них нет внутреннего, внутренней самой дисциплины, чтобы это сделать. И где им взять мотивацию? И они, знаете, где ее берут? Они себя сами загоняют в тупиковой ситуации. То есть, грубо говоря, они могут не готовиться к экзаменам до самого последнего дня. И в последний день все выучить и сдать. Потому что только в последний день они понимают, что вот, у меня есть мозг, он хорошо работает, и сейчас мне нужно выложиться на 100% за один день, чтобы выучить весь курс, который там люди учили несколько месяцев. И они учат, и у них получается сдать. Но не всегда, вот и не всегда, иногда они переоценивают свои силы, и у них и все, и, получ... и у них какая-то неудача происходит. И так раз за разом, и либо они мудряются все равно все сдать и все везде пройти как надо, вот используя вот, э, так скажем, критические условия как э, топливо для себя, то есть всегда ставя себя в какое-то Подсознательно ставить себя в какое-то плохое положение, из которых им нужно выбраться. Вот полная сила. Им не нравится работать равномерно. Они не, они не готовы тратить все время, так по чуть-чуть, силы, там, им, им либо все, либо ничего. Так, такой подход. Грубо говоря. Вот э, они хотят чтобы их бросили на арену со львами и чтобы они там вот просто раскрылись весь свой потенциал им не хочется э, каждый день э, там не знаю качать руки гантельками небольшими чтобы потом через э, год у них выросли мышцы они хотят сделать все за один день у них есть силы вот просто вот на всплеск но нет сил на равномерное движение и что таким людям нужно пон... что, что таким людям нужно делать? Это это же не, не именно касается только одаренных гениальных людей. Это это может для всех в равной степени, то есть в разной степени быть релевантным. То есть и для меня, может быть и для вас, бывает такое, что вы когда в чем-то хорошо разбираетесь и у вас вы думаете, что вам хватит сил. Все время в чем-то добиваться успеха, прикладывая при этом какие-то не самые большие усилия. То есть вы могли бы постараться больше, но зачем, если вы и так справляетесь. Но не всегда, к сожалению, получается так. Так какие советы тут можно дать? Первый совет это не перестать думать о том, как, как ты. Что у тебя большой потенциал. Перестань об этом думать. Неважно, какой у тебя был потенциал, как ты. Как, как, как тебя все хвалили. Важно то, как ты его используешь дальше. То есть, если у тебя есть потенциал, но этот потенциал лежит где-то под кроватью в ящике, его никто уже давно не видел, уже вопрос, а остался ли он у тебя или ты его весь растратил? Или надо его заново собрать, этот потенциал, в коробочку, набрать себе вот его и потихонечку его раз, уже тратить? тратить более равномерно. Не стоит себя все время винить за то, что ты чего-то раньше ну, делал неэффективно, где-то у тебя что-то не получилось, хотя думаешь, я же вот могу. Для меня это все просто. Вот не стоит себя винить за прошлое. Нужно начать вот с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня по чуть-чуть дели свои задания на много-много-много маленьких частей. И тогда у тебя получится их выполнять вот легко. Не надо все сделать за один день под конец. Под самый конец не стоит. Конечно, ты знаешь. Ну, ты наверняка думаешь. Ну, у меня же всегда все получается. Почти всегда все получается. И я могу потратить там меньше времени на это и получить такой же отличный результат, как кто-то, кто тратит на это больше времени. Но это очень рисковая позиция. Вы все время играете на как идете all-in в покере. Вы все ставите на кон все время. Либо вы получаете в два раза больше, либо проигрываете все при неудаче. А если вы бы делали более такие безопасные ставки, вы бы выигрывали меньше, но и проигрывали бы тоже ощутимо меньше. И у вас бы не было такого стресса перед неудачей, как у вас есть сейчас. Потому что вы не ставите все на кон. Вы ставите лишь часть какого-то какого задания. И, и даже если у вас что-то не получится, это нормально. Не нужно, э, не нужно думать, что вы всегда совсем обязаны справляться. Мы же люди, мы можем ошибаться. И это часть нас, это часть нашей жизни. И то, каким бы ни большим и великим не был ваш потенциал, в конечном счете, роль играет то, Насколько вы можете себя приучить и самодисциплинировать, чтобы этот потенциал у вас не пропал. Потому что его потерять очень просто. Конечно, его можно потом заново найти, но потерять намного проще. Как, как и любое плохое действие, оно достигается проще, чем любое хорошее. Ну мне так вот сейчас кажется, может быть я в чем-то ошибаюсь, может быть и нет. Но еще раз повторюсь, не нужно себя винить за какие-то неудачи, не нужно себя, не нужно себя мучить лишний раз. И не стоит зваливать на себя все в самый последний момент. Даже если у вас всегда все получалось, это нездоровая модель. Вы могли бы тратить, я думаю, даже меньше времени, если бы равномерно все распределяли по дням. То есть вы можете за последний день готовы там 7 часов сидеть, все учить, все делать вот, с максимальной эффективностью. Но если бы вы разделили эти 7 часов на неделю, может быть вам бы и по полчаса в день хватило, чтобы все, все освоить в спокойном, не стрессовом темпе. Вы, вы, вы не обязательно быть а, о, в условиях как бы э, максимально опасных, чтобы себя проявить. Нужно научиться проявлять себя и в обычных в бытовых спокойных условиях. Не нужно, чтобы у вас все время кто-то пинал, чтобы вы показывали себя с лучшей стороны. Поэтому еще раз. Главное это уметь распределять себя и свое время. Если вы неправильно распределяете время, и у вас есть внутренняя уверенность в том, что вы всегда совсем справитесь за любой промежуток времени в самом конце, то вы себя переоцениваете. Конечно, у вас уже много раз получалось, но не факт, что получится снова. И с каждым разом вам будет даваться это сложнее и сложнее. И в один момент вы просто физически уже не сможете себя напичкать знаниями, информацией, чтобы справиться с какой-то тяжелой задачей в максимально короткий промежуток времени. Лучше делайте все более спокойно, равномерно. И тогда вам будет даже проще, потому что у вас не будет такого стресса, что вам нужно что-то сделать за один день. Вы не будете думать, что вот, через три дня я должен написать 50 страниц за один день а от а, а три дня до этого я еще могу поотдыхать, поотдых, так как бы не сдумывать об этом вот через три дня прям запарюсь на целый день засяду а зачем вы могли бы даже вот за эти четыре дня разбить там на 15 страниц в день тоже много если это критический момент но уже подъемно уже не так вы уже даже сможете Чувствовать себя более уверенно, когда за один день напишите 15 страниц, вам останется уже там 35, другой день еще 15, потом еще бац, и уже в последний день вам и, может быть даже и ничего не надо, у вас уже все готово, и никакого стресса нет. Вам уже не страшно, что у вас может не получиться в последний момент, потому что вы уже начали и сделали какую-то часть работы, и вы уже видите, как эта работа закончится. Вам не нужно будет максимально быстро все придумывать в последний момент потому что у вас уже есть идея, и она уже почти реализована. Поэтому, пожалуйста, будьте более разумными и в чем-то даже менее уверенными. Иногда стоит поубавить самоуверенность, чтобы добиться успеха. Как бы парадоксально это ни звучало. Так как наша самоуверенность порой губит нас. Мы себя переоцениваем и... У нас потом случаются неудачи. Ищ Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам эта тема была интересной. И если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи.